все предопределилось удалением любимого. Конечно, пока были ровные составы, наше преимущество было значительным, а как только удалили, так тихо-тихо-тихо. Инициативой завладели Химки. Я думаю, что результат в итоге он мог бы быть и каким-то другим. У нас были какие-то шансы для взятия ворот, но все-таки сказать, что Химки незаслуженно победили, тоже нельзя. Вот. Все. Пожалуйста, вопрос. Не, ну, так сказать нельзя, что какая-то недооценка. Понятно, что значит, у нас много проблем с игрой, и понятно, что основные мысли заняты подготовкой к играм чемпионата, в котором у нас так дела обстоят не очень хорошо. Вот, но говорить о том, что была какая-то недооценка, и что играли спустя рукава, я бы так не стал. Отдельные игроки выпадали только. Вот. Ну и не сказал бы, что их было много.